Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олха. 10-й день, и мы забираем с собой 30 рун. Шикарно. Так, ну что, сегодня должно, по идее, у нас быть доступно событие. Ну-ка, посмотрим. Так, здесь у нас ранний доступ, но это, видимо, новое событие. Происшествие, запасы для Драконьего края. А вот это вот, которое у нас, ребята, было в ожидании, выживание, вот именно с него сегодня мы и начнем. Но сначала, по традиции, забираем все плюшки, что у нас тут найдены, собраны и тому подобное. Так, цветочек, ну, нет уже, ребята, понта, конечно, собирает на него, но фиг с ним. Так, для проформочки. Так, ну что, ты у меня будешь сегодня прокачиваться или нет, а? Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Слишком многого я ожидаю, и слишком мало я получаю. Так, ну что, тогда мы отправим с тобой этого дальше качаться. Барсика нашего. Пускай летит. И, скорее всего, Грамгильду тоже мы с тобой отправим на... А что у нас? Поиски, да? А я думал, мы с тобой сможем на прокачку. Да фиг с ним. Не столько, как говорится, это и важно. Давай-ка мы соберем с тобой ресурсы, все, что здесь у нас доступны, и сразу отправим их дальше на поиски. Че, древесина фул? Походу, да. С этих ребят я уже не смогу ничего собрать, к сожалению. Так, они тут и останутся у меня стоять. Че так подлагивает игра? Неужели из-за того, что очень много у меня драконов на острове? Хотя, ребят, на мобильнике, когда я играю, такого нету. Там все идет гладко, четко, все по фэншую. Так, давай мы тебя за рыбой отправим. Так, ты у меня что, уровень тут получил? Ага, повысить уровень шепота смерти на 3. О, шепот смерти, атака 16, скорость 8, броня 20. Простите, что-то я забылся от восторга. Всего лишь 4 руны дали. Ой, сарделька, не думаю, что есть дракон прекраснее тебя или умнее. Гронк. Гронк. Гронк, вот тебе и Гронк. Покормим. И пускай он дальше летит у нас. Подожди-ка. А, ну да. Пускай летит обучаться на 85 уровень. Здесь заберем древесинку. Блин, с металлом, конечно, у нас проблемы огромные. Металла нужно целая тонна. Ну, 20 металла нужно точно, ребята, чтобы хотя бы прокачать большинство. Так, а что здесь у нас такое? А дракона убили немало наших близких, Астрид. Ни ты, ни Икинг не сможете изменить наше отношение к драконам. Это было до того, как мы узнали их получше. После того, как тебе удастся завоевать доверие дракона, он будет на все готов ради тебя. Правда, Грамгильда? Раук. Пора показать Эриту, какие драконы на самом деле. Время для тренировки. Так, повысьте уровень злобного змеевика на 3 и повысьте уровень древоруба на 3. Ну, мы, в принципе, с тобой так и так занимаемся прокачкой, так что это все у нас в автоматическом режиме должно будет пройти. Так, ты лети давай за рыбой, сидишь тут. И ты, скорее всего, тоже полетишь у меня за рыбой. Так, а этот-то почему у нас прохлаждается здесь? Скажи-ка мне, лети за древесиной давай. Вроде бы все, да? Нам остается только лишь с тобой забрать паки. Бесплатный, потом рекламный. Ну и пойдем уже все-таки на события. Так, шепот смерти, костолом, вострозуб. Так, там дракон какой-то. И это у нас размягчитель. Я уже, ребят, даже сбился со счету, какой он у нас. Отпустите его, что ли? Да, отпустим. Да и фиг с ним, что у нас не прибавится 160 тысяч рыбы. Это для меня не очень-то и принципиально. Давай наших драконов посмотрим. Здесь забираем, отправляем его дальше на поиски. Так, а эти-то, подожди-ка, что у меня там засиделись? Ну-ка, дай-ка я гляну. Так, левел ап, тут древесина. Пускай за древесиной дальше летит. А ты будешь у меня прокачиваться. Так, лети. Это же громобой-защитник у нас, по-моему, или просто громобой? По-моему, просто громобой. А кого я еще могу отправить, например, на прокачку? Этого, что ли, Шитика отправить? Пускай идет, качается. Так уж и быть. Так, Беззубик. Ну, тебя, естественно, мы отправим на поиски.
Кстати, а он какого уровня-то у нас? Беззубик. 75-го. Сфига ли вдруг? Блин, а академка у меня заполнена, к сожалению. Да, надо его прокачивать, ребят. Это наша основная боевая единица. Я имею в виду во всех этих событиях. Даже в защите форта. Минчекрат, когда он выпадет-то мне в конце-то концов, а? Уже сколько я его, ребята? 2 недели еще, наверное, не меньше. Все никак не могу его найти. Так, что дальше? Улучшить. Требуется великая кузня. Ага, значит, тут еще потом и домики можно будет улучшать. Вот оно как. Только сейчас обнаружил такую возможность. Так, давай, иди ищи. Мы с тобой зайдем сюда, посмотрим, что этот нам предлагает обменять. И здесь тоже обменять. Отлично. Так, давай заберем здесь, наверное, награды. Обмен у нас. Ага, блестящий янтарь. Приготовился. А мы можем еще заказать? Да, да, ребята, можем. А улучшение стоит 45 металла. Да, не кисло так. Я еще тогда говорил, что расценки здесь опупенные. Так, здесь с тобой получаем 5 рун. 30 бабочек. Так, 30 бабочек. Что еще тут? Еще 50 бабочек, да? Ладно, забираем. Так, еженедельные. Здесь 20 рун. Открыть набор карт 12 штук. Ну, а наездники здесь ничего нету. Можно открыть пак, который у нас уже с тобой... готов на открытие. Кревет, душитель, ужасное чудовище и вострозуб. Давай следующий тогда нажмем на открытие. Ну что, друзья мои, теперь вроде бы как все, и можно переходить смело на события выживания. Ого, а кто это и что это? Уникальные, друзья мои, это у нас ночные сияния. Детеныши беззубика и дневной фурии. Они живут в скрытом мире и обладают теми же способностями, что и их родители. Как их родители, ночные сияния могут поражать врагов мощными зарядами плазмы. Сначала они дают предупредительный залп, и если это не возымело действие, атакуют в полную силу. То есть предупредительный выстрел они делают. Так, охотники заняли позиции, я понял. Ребята, само испытание не такое длинное, но я так понимаю, здесь будет 6 волн. То есть получается 5 поединков, или сколько там, 4, по 6 волны. И самое интересное, что нам, скорее всего, придется здесь покупать все. Да, 6 волн, и придется нам с тобой закупать именно игрушки и... Ну, ты понял, короче, все абсолютно. Поначалу все будет легко и просто. Единственное, что меня радует, что мы воюем против синих. Синие для нас это пока изи. Так, что-то там, смотри-ка, я думал, он будет делать суперудар, но он почему-то не стал. Что с тобой не так, парень? Так, ну что, добиваем, наверное, да? Отлично. Так, вторая волна. Хофер плюс шепот смерти. Ну, начнем с шепота. Поехали. Так. Хиляться нам пока не надо. Не стоит этого делать. Сейчас посмотрим, будет что-нибудь делать шепот смерти. Понятно. Ну, пока слабенькие удары, поэтому, ребята, все это мы с тобой перетерпим. Здесь... Да здесь можно хильнуться. Так уж и быть. Атака. Хофер опять что-то будет сейчас... А, ну он просто ударит. И то не попал. И добиваем. Так, смотрим, что здесь. Опять шепот смерти и хофер. Так, враги у нас хитрые, поэтому... Поехали. Это у нас третья волна. Давай, наверное, вот так вот сделаем. И добивку сразу же. Ну что ты там, хофер, собрался делать? Промахнись. Нет, не промахнулся. Хильнемся, наверное, да? Добить сможем? Нет. Потому что атака была немножко понижена. А так бы ему крышка уже была бы. И добивка. Так, переходим на четвертую волну. Уже их трое. Плюс 2 хофера здесь.
с шепотом-то смерти. И шепот смерти 15 уровня. Я уже чувствую дамаг. Ого. Ну-ка. Здесь, наверное, вот так надо делать. Блин. С этой пониженной атакой ничего не можем сделать толкового. Кого он будет атаковать? Оу. Они промахиваются, это круто. Это мне очень нравится. Скрита убрали. Так, давай еще сделаем вот так вот. Добиваем вот этого хофера. Нет, не получилось, друзья. Не тут-то было. Блин, как они меня достают именно то, что понижает мне атаку. Вот раздражает это, и все. Ну что, переходим на пятую волну. Ё-моё, они еще сильнее стали. Шепот смерти, два хофера, этот 15 уровня, и этот 15 уровня. Надо нам защищать с тобой. Трындец чего творяет. Погнали. Раз. Два. Блин. Ну а что еще делать, ребят? У меня другого выбора нету. Ну, уничтожить так уничтожить, что ж поделаешь. Естественно, сейчас будут все на него бомбить. А нет, смотри-ка, они переключились. Ох ты, усиленную атаку сделал, прикинь. А ну-ка. Усиленную атаку он сделал ему, да? Ладно. Блин, не пробьем. Я просто думаю, выживет ли он у меня. Может, не рисковать, а сделать вот так вот. Пускай своего же валит. Ну, и что-то там. Понятно. Так, добиваем. И здесь тоже добиваем. 16 уровень. О-оу, если они сейчас захотят, они уничтожат его, ребят. И они это сделали. Они, ребята, это просто сделали. Просто вообще с полтыка. На изи, блин. Вот отхил мне сейчас нафиг не нужен был. Зачем я его сделал? Сейчас будем мы с тобой так синий. Блин. Ну и чё? Пониженная атака, ребята, естественно. И здесь тоже пониженная атака. Давай нафиг, я не знаю, что-то делать надо. Я не имею права здесь проиграть. Мне придется сливать полностью все. Ой-ой-ой. Неужели добьют, а? Я не позволю этого. Так, добить. Добьем. Так, ладно, этот хлыщ, этот не такой уж страшный. Так, они по синему, по фиолетовому. Как они там наносят урон-то? Да никак, уменьшены. Самый меньший урон, который могут вообще наносить, они именно наносят по фиолетовому. Поэтому кривоклык-то здесь у нас и страдал офигенно. Именно его они очень быстро ушатали. На тебе. Все, прошли все-таки. Ну что, давай заберем свои награды. Заслуженные, честно причем. И это у нас будет древесина. 375 миллионов, ничего себе. Это шикарно, конечно. Так, и забираем с тобой пак. Замечательно. Давай-давай, забирай. Так, раз. Раз поединок. Потом мы это все забираем и... Да ладно. Не может быть, всего лишь три поединка здесь. Ну это же будет круто. Так, я вот единственное думаю, неужели мы все время будем с тобой против синих? Че, музыка куда-то исчезла? Ну да. Без музла, да и фиг с ним, с этой музыкой. Главное атаковать. Так, а вот здесь вот, ребята, проблема. Здесь у нас два вида шепота смерти. Брат собрат и так далее и тому подобное. Ладно, с этим-то мы разберемся. А вот дальше как быть? Когда они станут покрепче. О-о-о-о, вот это начинает, ребята. Значит, будем знать, что все-таки надо начинать именно с синего. Он такой тут неугомонный сам. Поэтому в первую очередь его бомбим. С этим немножко попозже будем разбираться. И нам, скорее всего, да, здесь уже придется брать, покупать именно груши. И, естественно, прилив сил.
Без этого просто никак. Мы не сможем. Пока уровень слабенький, они разбираются на изи. Потом-то не забывай, что их еще будет трое. Я более чем уверен, что опять же будет какой-нибудь их сородич стоять. То есть они хотят меня чисто на понтуху взять. Именно с разбором через ульту свою. Ладно, погнали. Начнем этого классического разбирать. Надо будет, кстати, наверное, на хилку нам накопить и немножко наш отряд захилять. Здесь синие. Ну, синие ребята также слабенькие против фиолетовых, поэтому фиолетовый их очень быстро здесь и разбирает. Отхилимся и добьем. Ну что, четвертая волна. И, как видим, их уже здесь трое. Ё-моё, это что такое? Сородич штормореза, судя по всему. 100%. Так, ну что, а мы с тобой начинаем бомбить именно вот этого синего. Так, подожди-ка. Я думаю, что нам, наверное, пригодится с тобой все-таки хил. Поэтому не будем здесь понижать никакой брони. Ай-яй-яй-яй-яй, ну конечно же, конечно же. Вы серьезно сейчас? Ох, друзья мои, кто там у них будет ходить? Так, так, этот, потом этот. Ну что, придется тратить, ребята, помогать, так сказать. И надо будет покупать, судя по всему. Так, он будет что-нибудь такое? Ну, видишь, что он творит? А я могу заказать? Могу, я заказываю. И здесь тоже я заказываю. Ну, ребят, просто другого варианта нет. Просто другого варианта нету, и нам опять придется вот так вот делать. Для того, чтобы отхилять всю нашу команду. Надо с этим покончить. Так, у этого тоже 3 энергии, он тоже, наверное, будет... Нет. А, ну он бы сделал, конечно, если бы не было бы у нас слепоты. Он бы вжарил бы, конечно же. Раз. И добиваем. Ой-ой-ой. Это предпоследняя волна. Ну вот как вот, как вот сейчас, смотри, сейчас вжарит ведь. Идем сюда, атакуем. Сразу же, наверное, хил надо врубать. И вот сейчас этот будет делать суперудар свой. И, естественно, в кого? В беззубика. А, вон куда. А при чем здесь беззубик, скажи, мне милость? Чего это я вдруг беззубик-то вспомнил? Этот, наверное, уничтожат. Они как-то ведут себя непредсказуемо. И это мне нравится. Так, лечим, да? Лечим. Угу, этого минусанем? Этого мы минусанем. Так, что ты будешь делать? Атаковать кого-то собрался? Промахнулся, так тебе не надо. Тоже промахнулся, вообще идеально. Давай вот так, наверное, все-таки сделаем с тобой. Блин, могли бы убить его. Причем, если бы кританули. Так, ты что там кривляешься мне? Кривляка. Ага, вот это уже последняя волна. Довольно мощная. Так, они сейчас вдвоем будут ходить. Хил. Хил мне нужен, ребята. Причем офигенный хил. Этот вряд ли мне, конечно, поможет. Все равно других вариантов нету. Других вариантов нету. Так, что нам здесь? Мы можем, в принципе, воспользоваться, ребята, вот этой штукой. И поставить вот так. Слепоту. Не знаю, как нам это поможет. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, горелый, а. Да нам это, по-моему, не поможет, ребята. Или подожди секунду, если мы вот так вот сделаем. В плане... Давай. Кого он будет атаковать? Я понял. Давай сюда. Так, этот пока под слепотой у нас находится. Поэтому, ребят, сейчас он что-нибудь сделает. Лучше бы он суперудар бы. В принципе, как бы нормально. На отхил нам не хватает? Нет, не хватает. Давай сюда укус. Слушай, этот, скорее всего, сейчас будет делать суперудар. Проверим. Ну, как бы это был типа суперудара у нас, я так понимаю, да?
захиляем нашу команду и начнем его немножко обрабатывать уже. Ну, этот, ребята, шепот смерти, как ты видишь, не особо опасен. Он ульту не делает. Как ни странно. Я думал, что они тут вдвоем будут со своим собратом бомбить, но... Я ошибался. Хотел, но так неплохо атакует. Фух, самое главное, что мы здесь прошли. Давай заберем свои награды. И это у нас опять древесина, что ли? Дайте плод мудрости. Нет. Нифига сказали. Обойдешься ты без всяких там плодов. Ну что, 150 рун забираем с тобой. Я так понимаю, 500 бабочек тоже забираем же, да? Сразу же. Ну да. И 500 бабочек. И у нас с тобой получается последний поединок. И на нем мы с тобой, скорее всего, все потратим. Все наши руны, которые накопили. Но зато получим офигенное яйцо. Офигенного дракона. Так, ребята, здесь у нас кревет и шепот смерти. Да, вот это тоже, ребята, дилемма получается. Потому что и кревет мощный, и вот этот шепот смерти тоже очень мощный. Сейчас посмотрим, кто будет здесь у них первым ходить по ульте. Скорее всего, это будет кревет. Нет, кревет не будет ходить, потому что мы его уже разобрали. Опять же, все из-за уровня, ребята. Уровень пока маленький, поэтому тут все без опаски мы проходим. Так, вторая волна. Они синие, а этот красный. Этот, ребята, красный. Ага, вот оно что. Ну, красный-то, по идее, будет поопаснее, если честно. Но если этот будет свою ульту делать, он тоже нам, значит, по головке не погладит. Красный, да, красный опасный. Так, вот зачем он сделал? Если это будет в дальнейшем, это будет плохо, ребята. Ускорение плюс повышение атаки. Ну, погнали. На тебе. Так, уничтожили этого сразу же причем. Так, кревет. Понятно, что он еще может сделать. Поехали атаковать. Хилку. Ну давай врубим хилку. Плюс укус. Сейчас что-то будет ведь, да? Ничего не будет. И уничтожаем. Так, друзья мои, четвертая волна. Вот, уже их трое. Ну этот, ребята, меня особо сильно не пугает. Я не заметил, чтобы он тут что-то какие-то там супер-пупер удары делал. Все стандарт. Давай, наверное, мы с тобой начнем с шепота. Вот так. Добить сможем его? Нет. Вот присосался здесь, а. О, я боюсь, сейчас, ребята, что-то будет от шепота смерти. Ничего не будет. Отлично. Так, понижаем. Давай, наверное, вот так вот. И вот так. Кревет сейчас, наверное, что донет. Нет, ребят, нам повезло. Ничего у нас было такого не сделал. Единственное, что он усилил себе атаку. И я могу его перехитрить. Как? Естественно, слепотой. Все, пока он нам бесстрашен. Будем его потихонечку здесь разбирать. Накопим с тобой, хотя нам так невыгодно делать. Я хочу накопить на суперудар. А, мы его порвем сейчас. Не успел я. Так, ну что, опять же начинаем с этого гаврюша, да? Ну да, скорее всего нам... Что творишь, а? Хилочка врубаем. Укусик. Раз, два, три. Они сейчас втроем будут ходить. И на этого как раз попадает третья энергия. Но он обычно фаерболами тут бомбит. Ох, тихо, не трогайте. Слава богу. Я думал, сейчас кривоклыка мне все-таки зашкварят, но нет. Повезло. Так, подожди-ка. Я же делаю... Вот. Нормуль и добивка. Ну что, кревет, пора за тебя браться уже плотненько, так сказать. Тем более он делает на себя усиление атаки. Это вообще тут что-то ерзает. Беспонтовый какой-то.
Блин, беспонтовый, ага. Твою налево, он сейчас впечатает, ребята, с усиленной атакой-то. Пипец, посмотри, сколько он отнимает здоровья. И этот, естественно, подхалим. Опять нам повезло. Ну, опять нам, друзья мои, крупно повезло. Если я хильнусь, я добить смогу, да? Смогу. Так, давай, кривоклык, добиваем этого. Но волна-то еще не последняя. Последняя будет после этого поединка. Давай так распетрушим. Фу, надо выстоять, друзья мои, во что бы то ни стало. Так, и для этого нам придется, наверное, с тобой потратиться на груши. Поехали. Понизить броню, наверное, им сразу. Или лучше хинуться. Или, блин, понизить броню. Я не знаю. Давай, наверное, хильнем все-таки. Я просто боюсь за кривоклыка. Так, этот будет, естественно, сейчас усилять себя. Нет, не стал. И это хорошо. Блин. Ну ты посмотри. И этот сейчас вжарит. Мы с вами просто играем с огнем, друзья мои. Вот серьезно говорю. С огнем играем, с офигенным. Давай вот так вот сделаем. Добить сможешь? Ну, есть, крита, ребята. Так, остается креветик вот. Ну и этот охламон. Его даже пока трогать не буду. Он не настолько опасен. Кревет вот больше меня волнует. Давай понизим броню ему. Укус. Что он будет делать? Понятно, усиливает. Ты что? Все с тобой понятно. Удар. Отхил. И добивка, ребята. Все. Да, естественно, ребята, без груш и прилив сил я бы здесь не справился. Ну что, крутим рулетку, смотрим, что нам здесь достанется. Опа, загадочный пак. Ну, спасибо на халявку-то. Ну и, как ты понимаешь, мы забираем с тобой яйцо на детеныша Беззубика и Дневной Фурии. Совместное, да, скажем так. Ихнее яйцо. Опачки, верхолаз уникальный, друзья мои. Что ты делаешь-то? Я говорю, разместить. А где мы его размещаем? Вот здесь. Забрать 200 рун. Это за что? Чтобы разместить верхолаза на его острове. Ну, давай. Вот он у нас где, друзья мои. Ух. Я понял, то есть вот Дневная Фурия у нас, да? А это вот ее маленькие детишки. То есть один, второй и третий здесь еще. Вот беленькая, да? Вот типа сынок этого. Ну очень похож, короче, на Беззубика. Это на Дневную Фурию. А вот этот у нас получается как бы смесь между Фурией и Беззубиком. То есть такой метис. Хорошо, друзья мои, очень хорошо. Только подожди, я разместил-то его на острове, а вот здесь вот, что мне показали размещение, это как бы не засчиталось? Где-то тут вот у нас была такая возможность. Ладно, это уже не важно. Так, ну что, друзья мои, забираем здесь награду. Так, еще 30 у нас получается бабочек. И давай глянем вообще, что у нас там по бабочкам-то получается. Нагрязнули мне сколько еще копить? Еще 2000 бабочек нужно. Ну как 2000? Даже 2600, я бы так сказал. 2500. Дней 13. Ну, я, конечно, надеюсь, ребят, что получится у нас получить именно грязнулю. Потому что он не уникальный дракон, да? Легендарный, так скажем. Так, здесь мы с тобой все сделали. Давай, наверное, заберем с тобой награды. А именно, два пака загадочных. Это у нас монетки. Громобой, костолом, кревет. И ресурсы. Допустим. Дальше. Еще один набор. Так, монетки и начинка. Шторморез, костолом, громгильда. Ну и ресурсы. Кстати, по поводу ветрокрыла. Я же ведь могу его...
Так, это все заберем. Отправим, отправим. Пускай летит. Так, кто-то у меня еще ведь может собирать. Вот только кто? Да подожди ты, что ты делаешь? Кто-то у меня может, друзья мои, еще собирать. Этот, железо. Так. А где он у меня? Что-то не могу. Что, посмотрите, куда у меня делся-то? А, он на тренировке. Блин, он на тренировке. Так, а ты 85 уровень нужен, да? Ну-ка, забрать. Обучить. А, так чтобы его обучить, опять же, нужно сталь. Этому нужно с какой 80 уровень вкачать? Блин, в академии нету места. У этого тоже 85 уровень нужно. Жаль. Просто у меня пока есть древесина. Если по 250 миллионов нужно древесины за один поиск, то, конечно, стоит, ребята, отправлять тут. Даже не обсуждается. Они и так его слишком долго ищут. Погоди-ка, а вот эти вот ребята у меня... Нет, этот не может. И этот не может. Да. Ну что, получается, пока все, да? Единственное, что я хочу, это сходить на арену. По-быстренькому набить себе там, я не знаю, пак вождя, может быть, даже два пака вождя сделаем. Поехали. Схватка, схватка, схватка. Так, может быть, нам взять с тобой в отряд. Где у нас Громильда? Вот она. Она 12 разряда. Если я, предположим, поменяю на Барсика, будет ли от этого какой-то толк? Подожди, почему ты не хочешь? Ведь это же Громгильда у нас прокачана, насколько я помню. По-моему, она. Или это не влияет, ребята, на арену вообще никаким образом? Хотя вон она там в своем новом облике. Ладно, сейчас посмотрим. Но если не зайдет, так поменяем, что нам. Ну, выглядит она прикольно, конечно. Так, а что у нее там по ударам? Я уже и не помню, если честно. Ой. Синий, синий, иний. Блин, понятно. Ой-ой-ой. Друзья мои, неужели... Что-то мне не очень нравится вот такой расклад дела. Громгильду, по-моему, ребята очень быстро тут распетрушивают. Да, ей здесь не место, это явно. Лучше оставить нам все-таки нашего этого Барсика. Я думал, что будет от этого толк какой-то, но нет. Беспонтово это все. Что ты-то еще лезешь, а? Ханурик мелкий. На, усилялся. Удвоение энергии. Блин, ты что, а? Ну-ка. Е! Отлично. По просьбе трудящихся я заменил обратно, ребята, Барсиком свою команду. Погнали. Так, громобой здесь не рады. Я не думаю, что кто-то из вас рад. В принципе, и костолому этому тоже я не рад. Красный всегда сильно атакует. Вот всегда я заметил, ребята. Поэтому надо от них избавляться как можно быстрее. Ну что ты там? Я офигею. Почему такой офигенный дамаг? Ой, по-моему, нам... Друзья мои, нам тут крышка. По крайней мере, мы с тобой штормореза точно сейчас потеряем. Угу. Обалденно. Просто обалденно. Тут будет у нас ходить с тобой следующим вот этот вот. Наверное, поставим сюда. Этого добьем. Давай, бомби своего кореша. А этот сейчас фаерболом 100%. Уху-ху-ху-ху. Как он больно вжарил-то, а? А почему... А, нет. Я уже думал, что он там еще раз будет сходить. Ну, давай, уничтожь его с разбега, пожалуйста.
Ну и так тоже пойдет. Так, естественно, слепота. Вроде бы, ребят, все, мы с тобой стабилизировались. И победа будет здесь за нами. Так, укус. Бомбим. Опять слепоту повесим. Или так добьем? Добьем. Да, нам повезло здесь. Ну и что у нас здесь? Ага, ужасное чудовище плюс громорог. Даже два громорога. Громорог отпрыск и... Ладно, неважно. Главное уничтожить нам вот этого вот ханорика. Что он там? Понятно. Начинается чудеса на виражах. На тебе. Мне кажется, мы Барсика потеряем сейчас. Е! Шикарно, а этот будет бомбить. Уклонение сработало. Ну что же, это радует меня, ребят. Конечно, хорошо, когда они промахиваются. Плюс мы еще отхилимся. Ууу. Найс. Так, это мне плевать, что они там понизили атаку. Что там собрался делать ханорик? Я тебя понял. Да, девочка. Понижаем защиту. Было бы, конечно, хорошо, если бы у нас еще сразу же было бы понижение атаки. Но эти драконы у нас не прокачаны пока. Поэтому ничего здесь мы не сделаем. Так, и уничтожение. Все. Открываем пак вождя. Шторморез. Так, душитель, вострозуб, острокрылый змеевик и грозокрыл. Вот оно как. Ну что, поехали за вторым паком тогда уж. Раз время позволяет, почему бы и нет. И я смотрю, там Хофер плюс тройной удар. И они все 16 уровня. О, еще и прихвостень здесь. Ха. Да, тут, ребят, неплохое такое начало, блин. И что делать будем? Ладно, попробуем, наверное, с тройным ударом пока справиться. До того, как прихвостень сделает свой суперудар. Офигеть. Офигеть. Так, ладно, пока они, ребята, по разным целям бьют. Вот, начинается. Ну что, с одним противником справились. Теперь нам нужно парящего прихвостня наказывать. Так, что ты там? Слушай, ну повезло, почему он не стал делать суперудар свой, я, ребят, не знаю. Он мог бы запалить здесь по-черному. Но он отказался от этого. Да как так-то, блин? Даже не добили его. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно так было. Сразу запалил. Так, ну что, с этим надо покончить как можно быстрее. Ага, ага, началось. Замедление. Хватит, хватит. Опять же фортуна на нашей стороне. Так, а здесь у нас, смотри-ка, ужасное чудовище. Плюс кривоклык. Нет, по-моему, это не... Или кривоклык. Фиг их поймешь. И громобой. Давай, наверное, вот с этого начнем. Оу, 17 уровень. Надо было с громобоя начинать. Эй! Рычик, ты поспешил, как всегда. Не поспешил? Так, уклонение хотя бы сработало. Так, стопе. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Нам нужно разобрать его как можно быстрее. Фиг получится. Так, этот сейчас будет усилять свою команду. О, нет, фаерболы полетели. Жестко тут, конечно, он, да. Ха-ха-ха. Влупил, блин. Так он тоже 17 уровня, вот в чем проблема-то. Да, друзья мои. Вот это он бомбит. А это сейчас добьет, да, подхалимич, наверное. Это они. Фиг там, а не критовка. Так, здесь убиваем. Здесь понижаем. Ну что, ждем фаерболы. Это неизбежно, ребят. Только вот куда полетят. Ха. Выжили. Выжили и наказали. Вот так вот. Ну и что у нас тут за команда Гуфи? Да, в принципе, то же самое, ребят. Мы уже с таким отрядом встречались. Конечно, вот этот охламон меня раздражает больше, чем даже тройной удар, но...
Не будем изменять сами себе. Начнем с тройного удара, а дальше... Дальше будет видно. Потом, конечно, надо разобрать будет его, потому что... Ага. Так, ему на суперудар не остается, да? Отлично. Добили. Так, не уничтожь мне главное здесь. Ай, господи ты. Я не хотел. Я хотел, ребят, чтобы он остался в живых. Блин, ну теперь будет сложнее немножко. Немножко. Ладно, слепоту, ребят, конечно. Ой. Хотя, что я волнуюсь? Давай вот так вот сделаем с тобой. Барсику крышка, наверное, да? Нет. Нет, ребят, Барсик еще пока жив. Ну что, давай своего этого дружбана уничтожай. Раз. Два. Слепота еще будет действовать ход. У нас с тобой уже, как видишь, энергии еще на одну слепоту. Плюс вот так пробивной. Да, тут, ребят, побед за нами будет. Тут ничего он уже не сделает. Как бы он тут не трепыхался, все равно ему конец. Забираем заслуженный пак вождя. И что тут? Шепот смерти. Так, Вострозуб, Громль защитник и Кривоклык. Слушай, чемпионов очень давно нам не выпадало. Вот я заметил, давненько не было их. Ну что, вроде бы, ребята, на сегодня можно и закругляться. Неплохо сегодня мы повоевали. Очень классный дракончик новый нам сегодня выпал. Надо будет его прокачивать. Не знаю, что нам даст и прокачка того малыша, но я думаю, что-нибудь полезное. Я почему-то в этом уверен. Верхолаз требуется 4 уровень. И 80 уровень он будет добывать железо. Причем он уникален, этот верхолазик наш. Мама Фурия будет очень довольна, да? Ну что, друзья мои, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.